Всем привет, ребят! Сегодня у нас видео вот такая вот самодельная рубилка Гренни из Лего. Вот арбуз, который мы будем, точнее, который мы уже разрубили. Но он цельный. Сейчас, как мы видели в мультике перед этим, из арбуза выпала зажигательная свеча от машины. Вот такая вот у нас она. Ну что, ребят, давайте сделаем такую декорацию. Вот это вот у нас брики. Один на один. С промежутком. Тут 4 пупырышка, тут 3. Теперь берем вот такие вот пластины. 4 на 6. Вот такие вот детальки. Крепим их. И ставим их вот сюда вот на ножки. Теперь делаем вот такую вот саму рубилку. Вот так вот. У нас это брики 1 на 2, такие необычные. Ставим их вот здесь вот. И брик 1 на 3. Его не будет видно. Берем пластину 1 на 2. И пластину 2 на 4. Вот как видим, пластина 2 на 4. А это детальки со скосом. Это гладкая деталь 1 на 2. Ставим это все вот так вот. Вот так вот мы делаем саму, так сказать, вышку, с которой будет падать топорик. Табрики 1 на 2, 3 штуки. Теперь берем вот такую детальку с небольшим отверстием. Ее вот здесь вот. И вот такой вот брик 1 на 1. Теперь 2 брика 1 на 2. Теперь делаем вот такую вот конструкцию. Вот такая вот ось. Вот она. 1 на 4. И вот такая вот часть от топорика. Цепляем это все вот здесь вот. Чтобы это было посерединке. Теперь берем вот такую вот детальку с отверстием. И вот такую вот. Продеваем это все вот так вот. Берем 2 брика 1 на 1, ставим их вот здесь вот, эту конструкцию, которую мы только что сделали, вот здесь вот. Теперь делаем вот такую вот конструкцию, такая вот деталька. Вот. Так вот мы это все ставим. Это у нас будет как рычажок. Арбуз мы делаем вот так вот. 4 брика. 1 на 1. Зелененький. Вот. И пластина 2 на 2, тоже зеленая. Вот так вот мы эти брики надеваем. Вот сюда вот по одному. Ну вот, ребят. Арбуз. Вот наш человечек, который хочет разрубить его. А вот наша зажигательная свеча, которая выпадает из арбуза. Такая вот деталька Лего Техник. И вот такая вот мигалка. Вот так вот. Давайте дадим в руки этому человечку эту зажигательную свечу. Вот так вот. Ну что, ребят, мы сделали эту декорацию. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.